Ну что ж, мы продолжим. А я напомню, дорогой друг, если ты заходишь на канал, смотришь и тебе нравится, что ты видишь, тогда я прошу тебя подписаться и написать что-нибудь в чате. А если ты посмотришь это на YouTube, подпишись, пожалуйста, на мой YouTube канал, поставь лайк и оставь свой комментарий. Так, память моя рыбья работает. Мы хотим добраться до дилижанса. Должен сказать, что я уже как-то освоился. Вот. Игра уже вот... У игры есть три стадии, то есть поначалу такая новая, интересная, потом ты начинаешь подмечать не какие-то косяки, и заключительной стадией всего этого является, что ты, во-первых, прощаешь косяки, но при этом не так сильно начинаешь уже реагировать на какие-то интересные моменты, в данном случае это постановка, да, то есть интересный сюжет, диалоги. И, в конце концов, просто сливаешься с этой игрой и становишься, не знаю, ее частью. Или что-то вроде того. Да. Кучер. Кучер, кучер, кучер готов, детка. Нет, это не то. А, вон ты где. Strawberry friend. Ну, понеслась. В кои-то веки побудем цивилами. Ой, лошадка за мной поскачет. Ой, ты моя прелесть. Ой, ты моя хорошая. Какая ты у меня молодец. Опять же, посмотрим в небо. Видимо, Артур получает какие-то импульсы от вселенной. Спасибо, спасибо, джентльмен. Старый добрый Strawberry. И все мне тут рады. Потому что я отдал им, блин, 200 бачей. Я вот прям вот. Да, судя по всему, я прям ищу проблемы. А куда мы двигаемся? Нет, мы должны двигаться вот сюда. Ага. Значит, я изначально правильно шел. Ко-ко-ко. Петуч. Получается, надо будет возвращаться к кучеру, потому что, ну, вот это откровенно быстрее. Ищите Уинтона Холмса. Мистер Холмс. Я по вашу душу. Похоже, мистер Холмс решил посидеть у костра, отдохнуть. Так вот же он. Как спится, мистер Холмс? Кошмары не мучают? Уэйн Холмс. I didn't expect to run into no one out here. Funny how far a man's debts will follow him. You got some money for me, boy? I seen your name in our ledger. You're with the German?
Look, I got it for you. It's just, I don't got it yet. It's up in them hills. You panning for it? Hunting it. I tracked this cougar. It's rare. Lily white coat. The pelt will more than cover what I owe. If I'm skinning anything, I'm skinning you, boy. Please, I'm out of work. It's the only way you'll get paid, and all the hard work's already done. Fine. Move. We'll, need our horses. It's, quite a trip. Yeah. Тож. Так, а что у нас есть на лошади вообще? Наверное, ничего полезного. Okay, follow me. Drive. I'm driving. Make me come out here, make me chase all over this goddamn mountain. Hey, you knew it was a risk. I didn't know nothing. Your name's all I knew. Well, the German-speaking fella then, Mr. Strauss, he knew my work situation was precarious, that this whole thing was a risky venture. Wait, risky? I'm at risk now? Are you threatening me, Winton Holmes? I ain't. No, certainly not. Sir, I'm merely stating a man without a job, with limited prospects, at those rates, repayment was by no means guaranteed. I said I'd do my best, and I did. You're continuing to annoy me. We're going right here, up the stream. Ну давай. Так, пума. Пума вроде небольшая. Hey, how about this then? I guarantee repayment. Cause I'm gonna get that money out of you. I gotta squeeze you like a lemon. It's coming out. Yeah, of course. We're onto it now, okay? We're onto it now. The cash is in that cougar, mister. Sure as pumpkins ain't cauliflowers, the cash is in that cougar. It better be. Or I'll turn you into a goddamn cauliflower. Вот интересно, если ты играешь за Артура Отморозка, вот, например, с тем же фотографом, он будет также себя приятно вести? Или будет вести себя как asshole? I'd have sought my fortune outdoors, not in the hot, stinking belly of a tar pit. I ain't interested in your regrets or your life story, Mr. Holmes. Just your damn money. Drive. Вообще, наверное, это такое, ну, достаточно... Неприятное ощущение, когда ты едешь с человеком, который хочет тебя убить. Ну, не хочет, но может в силу определенных обстоятельств. Ну что ж, давайте спешимся. Думаешь, ты так не привлечешь внимание Пумы? Стоп. Подожди, да, я возьму свою пушку. Вот, винтовка. Да. Это очень хорошая винтовка. И ты ее вот с этой пуколкой собираешься, да? Уничтожить. Парниш, да ты идешь с ножом на перестрелку. Я тут недавно со львом сражался, в него пришлось весь магазин слить. И то он умер только потому, что это была миссия. Блин. Как это хрипово. Right,
Мне страшно, очень. The tunnel diverges up here. I'll take the left, you go right, and we'll see if we don't converge down a ways. Пою налево. And look out for... Yeah. А можно фонарь или что-нибудь? Что за бред? А, вот, фонарь. Получается, надо ствол хватать. А, ну да. Как будто у меня есть выбор. Я терпеть не могу такие миссии. Так. Похоже, мистера Холмса мы больше не увидим. А если и увидим, то вряд ли живым. Мне кажется, или тут куча трупов? Она ж тут бродит наверняка, да? Мне интересно, что это за крестики. Похоже, мы тут не единственные, кто хотели поохотиться на пуму. Да, мы определенно не единственные. Артур, с кем ты разговариваешь? Оружие возьми в руки. Боже мой, салют! Мне салют за окном. Надо было, наверное, с ним идти, я что-то тупанул. Хо-хо-хо-хо. Сколько тут тушек валяется. Так, я понял. How much is this cougar eat? Невероятно крипово. А вот и... Ладно, погнали. Ну и чё? А как мне её увидеть-то? Еще есть проход, лол? Нет. Там нет прохода. Ах ты, зараза такая! Ну все, теперь ты от меня не уйдешь, срань. А, все? Фух, хорошо. Естественно, она сзади на меня напрыгнула. Кто бы сомневался. Мне даже кажется, если бы я туда пошел, она бы не появилась. Она появляется только сзади. Здоровая, блин. А саму пуму не берем?
Так, ну ладно. Все, источника страха нет, можно бегать. А куда бегать-то? А, вот все вижу. Так, ну мы еще вернемся, соберем там с ребят остатки. Сладкие. Ну, лошадь можно было бы забрать себе. Так, что у нас тут есть? Все равно мистеру Уилсону это уже не пригодится. Сильное лекарство, печенька, неплохо. Так, ладно. Давайте смотреть, что по жмурикам. Вот к чему приводят авантюры, мистер Уилсон. Что это было? Почему? Ладно. Подумаешь, блин. Обокрал труп. Что там страшного? Ладно, все, я думаю, можно убрать. Я говорю, можно убрать, Артур, все. В порядке. Okay, girl. Погнали. Опять дождь. Ну, сейчас хотя бы дождь соответствует небу. Вон его все небо заволокло. Мы опять просрали шляпу, да? Непорядок. Может, как-то срезать получится, не? Скорее всего, нет. Ладно, бог с ним. Все равно сейчас сворачиваем уже. Такие миссии вызывают у меня просто невероятнейший мандраж. Я, в принципе, не очень люблю хорроры. По-моему, единственный хоррор, который я прошел, и от которого получил удовольствие, и, может быть, еще бы раз перепрошел, это этот, Dead Space. А, ну Fear еще. Ну Fear уже такой себе хоррор ввиду его старости. Эй, простите. Так, все, тут особо не гоним, лошадушка. Тут мы с тобой особо не гоним. Да-да, помню эти места. Гуляли тут с Майко. Людей отстреливали, да. Опять же, ну обокрал я честных мертвых граждан. Да кто вообще сунется? Кто вообще будет теперь эти вещи как-то искать? Это же бред. Видимо, я должен сюда встать, да? Продать. Кто? А, надо сюда встать, наверное. Вот это полный бред. Стоп. Какая разница, где я стою? Ядрить, какой мясник манерный. Тут все мясники манерные. Помните Двуликова? А этот прям рыжий.
Так, что это? Половое перо. Фура белых пумы. Нормально. Денежка. Денежка, это хорошо. Так, еду мы продавать не будем. Тем более, что все стоит копейки, лол. Так, все. Дело сделано. Дело сделано. И это прекрасно. Так, ну хорошо. Куда мы теперь отправимся? Что нам теперь лучше? GR или самокат? Давайте, наверное, все-таки самокат. Потому что мы давненько не были у себя дома. Заодно поспим. Вот. Доберемся до дилижанса. Спокойненько доедем до Роудса. Оттуда уже доскачем до нашего лагеря. Поспим. И пойдем к самокату. Это котик? Это котик. Какая прелесть. Это, по-моему, первый котик в игре, которого я вижу. Могу ошибаться, конечно, но, по-моему, первый. Котик, а тебя можно это погладить, котик? Так, ну, да, мы, конечно, тебя изучим, котик. Это я люблю. Американские домашние кошки встречаются на фермах и в городках разных штатов. Несмотря на хищную натуру, одомашненные кошки охотно едят овсянку и хлеб, вымоченный в молоке. Кошки – отличные домашние животные, поскольку они истребляют грызунов. Потрясающе. Так, а можно это его это? Американские домашние кошки. Тихо, ты чего? Hello. Hello. Hi there, kitty. Куча сладкий. Hey, cat. Погладить тебя никак, да? Очень жаль. Чего, мужик? Нормально с тобой? Ладно, погнали. Конечно. Артур, с тобой все в порядке? Выйди, пожалуйста, мы еще не заплатили. Веди себя прилично. Было бы круто, если бы я сейчас сел, кучер такой, ах ты, сука, я тебе сейчас наваляю, копов вызову, и все. И опять весь Стробери меня пытается уничтожить. А почему до Роудса ближе, чем до Эмеральда? Дела, ну ладно. Ловим, ловим импульсы вселенной. Ловим. И поймали. Все потому, что день, ночью надо ловить. Ночью звезды видно лучше. Попомните мои слова. Чуть такое, нифига себе. Огромный знак вопроса. О, какой огромный колокол. Возможно, он источник этого знака вопроса. А, нет. Возможно, это бомж.
Or fun. What you want? You okay? Do I look okay? No. You look awful. Awful. Look at me. Useless. I wasn't born to this. I didn't deserve this. I used to be a gentleman. Jeremiah Compson. Compson's dead. Good for you. If that's anything to boast about. They took everything from me. Who did? They. And what did they take? My whole life. A whole way of living, a career. I stole a lot of things, but that's quite a lot to steal. Look at me here. Living in the shit and in the mud. I'm sorry. Потрясающе. Я хочу, чтобы за это мне дали много социального статуса. Миску риса и кошка жену. I'm sorry to hear that. I was supposed to live a different life. Me too. If only I could get my old things back. Personal mementos, a watch, old pistol, my ledger. Where's this house again? Compson's Stead. North of Scarlet Meadows. Banks says I can't go near it. I'm living rough over by Harris Field. Well, if I'm ever out that way, I'll see what I can do. Time. Time is hell. Опять же, если ты играешь за бэд-эсса Артура, вообще, ну, есть возможность помогать таким товарищам? Но явно им уже должно быть насрать. Как вообще у беспринципного преступника может проснуться какое-то сострадание к бродяге? А, так это недалеко. А, там кто-то есть. Там можно с кем-то встретиться. Ну, давайте встретимся, хорошо. Я не против. Так, а где мы тут есть кубка краденого, кстати? А, ну да, вот она здесь. Давайте навар сначала. Продадим. Что случилось? Еще кому-то надо? А, я понял. Ну иди сюда. Давай, давай, давай обнимемся. А, это с рукой, кстати, прошлый был без руки. Да не вопрос, конечно. Лови доллар, дед. А, ты без ноги. Блин, бедняга. Nothing but nasty, miserable people. Yeah? Yeah. Риф так не считает. Them Greys moved here. Хотя бухает как скотина. Trash. Well, they somehow got rich about 50 years ago. They moved here, caused a whole heap of trouble. Yeah, reckon they was Yankee spies during the war and everything. That's so. Yeah, sure. Спасибо за инфу, деда. Хотя может он даже и не дед. Скольким людям здесь нужна помощь? А мне же интересно. О, Father, what do we say about a man who lost his way so awfully? He carried that awful war with him, rustling horses with a misguided gang of killers. Tell us straight, Father. Sir, we're in a moment of grief. Опять же, я просто должен был подойти и послушать. Может быть, ты мне что-нибудь расскажешь, дядь? A brave man, undone by pride, doomed to a life of sin and vice. Partner? Ну ладно.
Не совсем понимаю смысл. Ну, может быть, это чисто для антуража сделано. Не знаю. В том же Хейдесе, который я до этого проходил, была похожая тема. Там можно было подойти к маленьким привиденчикам. Они что-то обсуждали, и параллельно с этим была причина смерти. Ни на что абсолютно не влияло, но тем не менее. Так, человек, который никогда не спит. И всегда готов купить мои товары. Так. Так, кофе мы оставим, бурбон оставим, это оставим. Это красивый вид оставим. Вагон, конечно, оставим. О, изумруд. Реальный изумруд? Реально денег стоит? Не наврал, значит, Маргарет? Господин Жа. Ага. Sure, I'll take another. Хорош. Почти косарь себе вернули. Do come back. Обязательно. Как только, так сразу, мистер. Как только, так сразу. Так, хорошо. Что там за знак вопроса? Что за личность меня ожидает? Кем мне уготована судьбой встреча? Ну или не судьба, а... Да что ж такое-то, а? Давай еще пос... Что? Идиот! Куда ты пошел-то, Ален? Какой баран кошмар! Сейчас давайте посмотрим, куда приведет нас его дорога приключений. Идиот! Он же должен остановиться в какой-то момент. Мне кажется, он меня стрелять начнет. Тогда-то мы покажем ему, что к чему. А у меня есть с собой лассо? Нет лассо. Вот. Я помощник шерифа. Стой, злоумышленник. Стой, я тебе говорю. Давай на перегонки, братишка. Куда ты назад-то побежал? Попался. Не, ну ладно. Иди отсюда. Мне просто нужна была твоя шляпа, брат. Не в обиду. Какая же глупость. Нифига себе такая манерная лошадушка. На стиле, дружище, на стиле. Прям вижу, что на стиле. Так, ладно, все. Теперь точно к незнакомцу.
А вон он, похоже, сидит. Ждет меня. Так, ну давай, еще расскажешь. Фига ты, философ. You okay there, mister? You need me to move. Move? I am. I'm sitting in the wrong place. Excuse me? I didn't mean any offense, sir. Please. I don't get your meaning. I'm very sorry, sir. You have yourself a fine day, and I apologize for any offense I may have inadvertently caused. What are you drinking, mister? Nothing, sir. Nothing at all. Why are you acting so strange? I don't mean to. I'm sorry for any offense. How could you have offended me? I have no idea. But I had no idea how I offended the last fellas. And they stole my wagon on account of my impudence. Stole your wagon for back check? They didn't like my medical practice, I suppose. I was helping folk. And that wasn't popular? I was undercutting the competition. Or I was too colored. Or I was irritating in nature. Or I was some know-it-all, big city slicker here to demean some good old boys in my fine words. The exact variety of my sins was the source of some conjecture, so they undercut me. That ain't very nice. That was my impression. Still, compared to the gutting, castration, defenestration, and crucifixion they offered me, I felt I got off lightly. Imaginative bunch. Оптимист, оптимист, что сказать. No great love of my medical practice. Too free with my wisdom and services. Which way they go? Down the road, that away. Stay here. I'm sort of forced to. Please don't go to any trouble on my account. Mm-hmm. Are you looking for that fellow's wagon? I heard him say they was taking it to Macomb's Inn. Okay, mm-hmm. Thanks. Спасибо, брат. Так, ну почапали. Так, у нас тут целых... О, нормально так перейти. А еще куда? А еще-то куда? Не, подождите, у меня точно есть еще одно задание. Что-то я не понял. Как мне теперь узнать? Задание понятно. А, я узнаю, когда... Все, господи, я все время забываю, что как только... Блин, я и забыл маркер поставить. Все время забываю, что если ты получаешь задание, то все остальные задания пропадают. Чтобы ничто тебе не мешало выполнять твое задание. Тихо, тихо, тихо. Так, вул, вул. А что такое вул? Хлопок? Не, хлопок коттон. Вул. Вулен. Шелк, может быть? Сейчас, подождите. Мне важно, такие вещи забывать нельзя. А, шерсть. Все. Хорошо, да. Шерстяная мельница. Может, я как-то здесь могу сократить себе дорогу, да? Ну, пожалуйста. Ну, вообще могу, да. Это выглядит куда проще. Так. Ну, погнали. Мой верный конь. Наша задача вернуть доктору его репутацию и его имущество. А еще избавить этот мир от таких, как мы. Чем меньше таких, как мы, тем лучше будет миру. И тем лучше будет нам. Потому что такие, как они, это конкуренция таким, как мы.
Потому что такие, как они, и такие, как мы, это одно и то же. А мы едем не туда. Тем временем потихонечку вещи. Нифига себе потихонечку. Не так уж чтобы потихонечку. Ой. Ну что ж, значит, мы будем вершить правосудие под покровом ночи. Пыльца прочь с дороги враг. Трепещи злодей. Он идет, Артур Морган. Свистни, он появится. Артур Морган. Ока, мы пришли. Слезь с лошади, Артур. А, ты ее даже привязать смог. Хорош. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Они были невежливы со мной. Тут их там много, по-моему, да? Не слишком ли я неправильно делаю со снайперки всех решетчиков? Хотя со снайперки получается неплохие хедшоты расставлять. Ладно, давайте перейдем на карабин. Карабин у нас тоже весьма неплохо получается орудовать. Ой-ой-ой. Зацепил меня. Зацепила меня. Где ты там, мудак? Так, ну что тут у нас? Ребята, о-о-о-о, да ладно! Он просто остался без головы. Да, ребята. Когда имеешь дело с таким, как я, можно и потерять голову. Моей крутости. Привет 90-м. Так. Так. Ой, как хорошо. Можно зайти, наверное, посмотреть. Да, что-то взять. Ничего нельзя взять. Ну, хоть что-нибудь, ну, пожалуйста. Хотя бы, ну, какую-нибудь мелочь, приятненькую. Какой-нибудь трофейчик, нет? Нет. Ну ладно. Может быть, в соседнем здании нам больше повезет? Да подождите вы, святой отец, со своей полоской. Все равно сюда вряд... А, ну хотя вон там соседи какие-то имеются. Я надеюсь, соседи благоразумно останутся в своих домах. И не будут мне мешать вести правосудие. Господи,
Какие же вы все нищие. Сразу видно. Бандиты идут не от хорошей жизни. Так, где-то там еще один должен быть, да? Парень еще и женат. Ну или убил женатого человека и украл у него кольцо. Грустно? Это очень грустно. Крайне неприятно. Здорово, коняшки. Так, ладно, с повозкой выеживаться не будем. И гнать по этим. По полям, наверное, не лучшая идея. Будем придерживаться дорог. Так. За мной, лошадушка, за мной. Далеко не уходи. Прикольный у него кибитка. Особенно эта штука наверху. Надо было еще змею вокруг обвести. Интересно, а тогда существовала такая штука? Напали идиоты. Я же Артур Морган. Артур Морган я. Главный герой игры. Ох. Возможно, я скачу слишком быстро. Но мне хочется побыстрее донести до доктора благую весть. Вернуть его. Вернуть его к жизни. Вернуть его оптимистичный дух, который был подобран этим, подорван этим неприятным инцидентом. А, это типа я мог просто ускакать, да? Ну ладно. Вы не можете использовать оружие в Роудсе. Потому что в Роудсе все настолько тупые, что сделали вас помощником шерифа. Давайте не будем торопиться, чтобы никого не задеть, не зацепить. Доктор, ты такой немножечко дерганый оказался в итоге. Look who it is. I did not count on seeing that wagon again. Nor you, for that matter. Only people you won't be seeing are the folks that took it. I take it they aren't the only ignorant bullying clodhoppers in these parts. But I can live in glorious hope. Now, it wasn't a trouble now, was it? No, it was a pleasure. Yeah, let me give you something for your pleasure. What we got here. How about this? Provide a man a tincture, he'll be well for a day. Teach him to make one, he might be well a while longer. I'll make sure to try and make this. Thank you. Thank you. It won't work for anything chronic, but you may not need it to. Well, if you see me on my travels and you're in need of something, make sure you come and say hello. Travel safe now. Как сказал один мудрый человек на Reddit, дай человеку рыбу, и он будет сыт целый день. Дай человеку удочку, и он купит снасти, лодку, машину, будет говорить пу-пу-пу-пу, и что-то окунь сегодня не клюет. Так. Хорошо, мне очень понравилось, и все-таки, ага, вот это место, да? Ну, в
целом, почему бы туда и не прокатиться? Тем более, что часик мой заканчивается, и я, в принципе, собираюсь завершать стрим. Поэтому давайте, наверное, поможем несчастному бродяге. Вернем его вещи. И на этом будем на сегодня закругляться. Где моя лошадь? Лошадь, вернись ко мне. Где она? А, вот он. Блин, как прикольно у меня седло-то теперь выглядит. Я только сейчас заметил. До этого реально такое куцое какое-то было. Маленькое, невзрачное. Тут такое теперь прям такие штуки, куда ноги засовываешь. Такие прям манерные стали. Так, она на другую сторону. Хорошо. Поскакали. Сейчас, я хочу сделать рилс. Я надеюсь, что эта штука не пропадет. Годится. Так, ладно, погнали. Все. Актерская игра на максимум. Да, фак, оно пропало. Ну ладно, все. Обидно. Ой, я не туда покатил. Ладно. Опа! Давай через кладбище, Артур. Чё нам? Мы вне закона. А, мы тут закон, точно. Я вспомнил. Мы же имеем право, что хочешь теперь делать. Помощники шерифа. Мне интересно, какой же здесь будет фурор и кринж, когда все это вскроется. Я прям чувствую эпик. Возможно, мы даже кого-то потеряем. Вот. Еще я жду, что, мне кажется, в этой игре обязательно должна быть миссия, где в наш лагерь приезжает, где мы скачем в лагерь, слышим выстрелы, доезжаем до туда и понимаем, что на наш лагерь напали пинкертоны и там уже убили половину наших бойцов, и мы половину спасаем. Вот. Убегаем, там где-то шкеримся, а потом мстим. Вот этому пинкертону, который докопался до нас во время рыбалки с Джеком. Разве это не прекрасно? По-моему, прекрасно. Кто там так топит в черную-то, а? Да господи, почему вы все такие нервные? Я просто прокатил мимо тебя. Я в 3 метрах от тебя был. Идиот. Ну а то, что сами нервные, еще и меня нервничать заставляют. Что это такое? Ага. Неплохое поместье, знаете. Чел бы за полдня сюда пешком добрался. Но, к сожалению, только мне доступно такое быстрое передвижение. Да не, убери обратно, нормально. By order of Judge Meredith Holden in the courts of the state of Lemoyne, we do hereby grant repossession of this property and all items herein to the Bank of Rhodes. M. Holden, Judge Holden, Henrietta Blackley, clerk, November 18th, 1895. Кто это сказал?
Так, ладно. А я отмычку покупал? Ну, видимо, раз нету возможности открыть отмычкой, значит, не покупал. Ладно, у таких больших поместьй наверняка есть несколько выходов. Вот, пожалуйста. А, тут вообще... А, во-во-во, ну-ка. И не только. В смысле, ты ее оставишь на месте? Ты дурачок? Ну ладно. Как знаешь, Артур, как знаешь. Давай хотя бы обыщем шкафчик. А, то есть... А, шкафчик ты можешь забрать, да? А какой-нибудь хороший алкоголь нет? Интересно у тебя... принципы. Ну да, похоже на него. Ребенок странный. Хоть надо... Не знаю, может, все дети такие. Так. Что я еще могу осмотреть? А, детский рисунок. Thanks indeed for your talk to our Sunday school class. Thought you might like this drawing young Josh did of you. He wants to grow up to be just like you, Sam. Ладно. Так, что у нас тут? А. Found you. April 2nd, 1870. Dear Mr. Thompson, I'm afraid there's no more work for you down here at the plantation. I'm grateful for the help you've given us. And to help your pappy and your pappy's pappy gave us before you. These are trying times for all of us. You are in our thoughts and prayers. Yours truly, Colonel J. Nixon, the Ascension Plantation. Так ты был этим, что ли, рабовладельцем? Так. Ну, знаешь, времена нынче такие. Темнокожие люди имеют и чуточку, но права. Ну, похоже на часы. Берем. Так эта штука должна была пропасть, нет? Она пропала. Не пропала. Так, ну давайте еще посмотрим что-нибудь. Вот тут. Наверняка можно открыть ящичек, правильно? Да. Ну, там что-то взять можно. Я хочу взять. Почему я не могу это взять? У вас максимальное количество ценных данных предметов? А что это такое? А, ну, видимо, сигареты. Видимо, сигареты. Jeremiah, there ain't nothing here any value. I wouldn't give you a nickel for it. Come by for a sup of whiskey anytime. Bill. Yes. I was sorry to hear of Betsy's passing. Things is easier up there for sure. Бедолага. Все-то не будь здоров было, все-то не будь здоров. Мы можем тут открыть? Не можем? Можем! Okay. Where's all this old crap?
Так. Третий ящик. И абсолютно ничего. Ладно, идем дальше. Ой, тут второй этаж есть. А как на него подняться? Очень бы хотелось как-то на него подняться. Так, что это у нас такое? Pa, God damn it. Told you to stay away from the boy. He don't want this. Heck, none of us want nothing to do with you. Rance. На, вон фотография какая-то еще есть. Trapdoor, huh? Ага. Интересно. What you doing here? We found this place first. Yeah. Easy. I'm just looking around for some things. That old revolver yours. Finders keepers. Ah, son of a bitch! Oh, goddammit! Come on, man! Where are you going? Come on! Gonna get you. Мудак. А, у него в руках пистолет был. Этого черика. А где он? А вот он. Так, хватаем. Зачем нам драться на ножах? Мы спокойно можем всадить патрон прямо в затылок. Или не в затылок, а в подбородок он усадил. Красивый пистолет. Берем. Так, чем ты меня порадуешь? Кстати, мне очень понравилось, что мне не пришлось даже целиться. Он тупо выстрелил ему на автомате. То есть это как пистолет с ближним боем получается. Очень удобно. Мне, конечно, прикольно хранить фотографию с потайным люком. Ну, в комнате с потайным люком у всех на виду. Что там можно было взять? Незнакомца? Я не хочу взять незнакомца. Я же не извращенец, в конце концов. Dear Mr. Compson. After numerous complaints from customers and fellow employees alike, we must terminate your employment. There's just no place for a man like you at the Central Union Railroad Company. По всем фронтам, по всем фронтам. Дядьку дрочили по всем фронтам. Да фу, нет. Это, открой. О, грибочек. О. Левитирующий нож. Все-таки пригодилось. Погнали вниз. Shit. Что щит? Какие-то проблемы. Обычный погреб. Интересно, как дом такой здоровый стоит на этих пар... на парочке жалких деревянных свай. Ну хотя, ладно. Может быть, так и должно быть. Я не архитектор и не инженер. Так. Давайте почитаем.
Well, that's that. I was somewhere near Rhodes when they caught me. Till the day I die, I ain't gonna forget the sound of that dog barking in my heels. But I don't suppose that day gonna be far off yet. It was 50 lashings yesterday and 50 more to come. I don't think I can take any more. Man said he was doing his job. Funny kind of employment if you ask me, but I suppose you ain't. Light's fading, so that's it for now. I do hope I live to see the end of this war and justice win out. Ugh. June 64. Так. Все, больше нечего тут читать? Или еще? Не, все, больше нечего. Окей. Так, положи дневник на стол. Открой чертов ящик. Спасибо, Артур. Это очень мило с твоей стороны. Забирай все консервы. Так, идем дальше. Да уж, ну и заданица я-то выбрал. Думал, быстренько за 5 минут управлюсь. Ага, угу. Ну, хотя бы за меня читают. List of slaves? Работорговец. Rewards. January 15th, Betsy, $17. January 18th, Louise, $12. May 18th, Wilfred, $18. May 24th, Minnie and Child, $20. Так, продолжай. Тут их много, и тут намного больше, так что, думаю, нет смысла. Все, мы все нашли. А что-то есть? А, там просто вода. Это ведро похоже на мой диплом. Так, ну вроде как все. Что можно взять? Куда они вообще взялись, я не понимаю. Сумасшедшие. Так. Окей, ну что? Осталось до... А, о! Сюда? Ну ладно. Ну это намного ближе, чем до Роудса пилить. Давай, погнали, погнали, лошадушка. Так, тут надо поаккуратнее. Ха, два одинаковых дерева, прикольно. Спасибо, лошадушка, выручила меня слепого. Слепца. А, вон он где, в палаточке живет. Ну, слушай, отшельником хорошо. На природе. У тебя лошадь есть, чё ты паришь-то, дед? О, мэн! If you show some respect... I was respected once. I had a profession. You asked me to get you something.
There's no bringing back what I want. I want my job, my pride, the respect accorded to a gentleman. What about this old crap? Huh? My things. Don't you understand? Those bastards have changed everything. I was a good worker. I took pride in my work. They took it away. Pissed on my legacy. Old man, some jobs ain't for saving. And some legacies? Oh, they are for pissing. What are you doing? That's my history. Damn you! Damn you! I still exist! Дела, дела. Ну, получается, по заслугам не захотел принимать очевидного. Наверное. Думаю, что для американцев эта миссия значит намного больше, чем для меня. Такое у меня ощущение. Ну что ж, на этой грустной, но, видимо, справедливой ноте мы будем завершать наш стрим. Спасибо тем, кто заходил. Если понравился стрим, пожалуйста, подпишитесь на мой Twitch канал. Тем, кто посмотрит это на YouTube, подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube канал. Поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Всех люблю. Всем пока.